Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий, и мы возвращаемся вновь в мир Fallout 4 на уровне сложности выживания. Так как у меня со стримами беда, и у меня не получается вообще стримить, вот. Интернет не позволяет, и я решил записывать прохождение в виде летсплея. Ну, я думаю, это пока. Как только появится возможность записывать стримы, мы обязательно сразу же переходим на прямые эфиры, на стримы. Вот. Ну а пока так. Так, давайте посмотрим. Скамейку запасных, аферист. Можно было бы сюда сходить, но еще рано. Да, после 6. Так что давайте, наверное... Так, давайте, наверное... Я здесь где-то видел... Вот. Теплица Гринтоп. Сообщить жителям об успехе. Давайте сходим туда, и потом вернемся к аферисту. Так, можно, наверное, попробовать переместиться, чтобы время не тратить. Так, ну вот, собственно, эта теплица. По времени сколько у нас уже? 3 часа. Блин. Долго же мы шли. Так. Ну как там обстоят дела с этими рейдерами? Этих рейдеров больше нет. В самом деле? Это же прекрасная новость. Побольше бы таких. Кстати, мы тут посовещались и решили поддержать Минитмена. Я думаю, нужно дать им второй шанс. Единственный способ изменить мир к лучшему — это работать сообща. Отлично. Еще людишки к нам присоединились. В Минитменах становится все больше и больше народу. Это радует. Так, что же он тут выращивает? Мутафрукт. Отлично, возьмем. Нужно поручить это кому-нибудь. А, да? Можно кому-нибудь поручить это дело. Да, выспишься. Все будет отлично. Так, ну что? Давайте посмотрим, что здесь. В машине есть что-нибудь? Нет? В машине у нас нет ничего. Так, давайте. Поговорить с Престоном Гаври еще надо. Престон нам по-любому даст новое задание еще. Так, где он у нас там находится? Престон. В замке находится. Так. Где он у нас? Где Престон? А вот он идет. Только на подходе, блин, к замку. Ну что еще? Если какому-то из поселений потребуется помощь, старайся помогать всем, кто будет в этом нуждаться. Так мы будем убедим жителей сотрудничества в своих намерениях. Отлично. Отлично. Так, о, вертушка. В смысле? Она что, атакует? Тьфу, я уж думал, она атакует нас. Вертолюха это. Так, она на второй круг что-то идет. Не могу понять.
что они хотят. Там одного чувака сбросили. А он, наверное, обследовать территорию пошел. Это братство стали у нас тут. Летает. Дирижабль этот. Дирижабль? Ага. Так. Ну что, давайте отправляемся к аферисту. 10 часов. Я думаю, за 8 часов-то мы дойдем. Так, отлично. Вернулись в Diamond City. Сколько у нас время? О, час 32. Блин. Наверное, слишком поздно. Ну, давайте все-таки заглянем на скамью. Школа. Где у нас эта скамья находится? Запасных. Так. Где у нас бард этот? Yes? Где-то здесь, что ли? Что-то я подзабыл. Забыл, где он находится. На карте он, главное, по-моему, тоже не отмечается, да? Да, блин. Да что ты застрял-то, ё-моё. Ну и где? О, нашли. Нашли. В чем дело? Может, мне нравится твоя радиопрограмма? Что ты на это скажешь, а? Скажи ему. Давай ты лучше просто оставишь меня в покое. Ой, что такое? Вне эфира ты уже не такой крутой. О, хищник. Здравствуйте. Вали отсюда, братан. Мне не нравишься ты. И мне не нравится твое радио. И что ты на это скажешь? Что там? Эй, приятель. У тебя все в порядке? Ты что, похоже, все в порядке? На самом деле это не так. Я понятия не имею, что я такого сделал. Мне просто хочется, чтобы они от меня отстали. А почему бы так? Надо отстаивать свое мнение. Может, дашь им отпор? Нет, ну то есть, нет, это плохо кончится. Эти люди, ну, в общем, они могут применить насилие. Добейся своего, не будь трусом, я с тобой. Не бойся, я тебя прикрою. Ну, если тебе кажется, что это сработает... Ладно. Извини, я тебя не расслышал. Я сказал, хватит, оставь меня в покое. Ты посмотри. Секунду, сейчас подумаю. Не, это вряд ли. Я серьезно, оставь меня в покое. Похоже, ты собрался сказать, а не то пожалеешь, да, Трэвис? Собирался? Интересно, что будет теперь? Что ты собираешься делать, Карлик? Так, стоп, давайте
с этого с огнестрела то мы не будем, наверное, бить. Давайте чем-нибудь, не знаю, если вдруг что случится, мечом. О, прут. Я тебя побью. Это большая ошибка, Трэвис. Я вас обоих размажу, тебя и подпевалу. А, он кулаки выбрал. Отлично. Так, сейчас мы тебе... Отлично, один вырублен. Ну-ка. Это дерьмо. Это просто дерьмо. Что за хрень? А, тут блок можно еще ставить. Ну-ка. Как тебе нравится получать по челюсти железным кулаком из силовой брони? О, кто там стреляет, слышь? Вот он. Кто достал оружие? Вы чё? Так, куртка и джинсы с теляги. Прикидос такой вообще, нормально. Кожанка, косуха. Ну а ты чё, хищник? О! Он еще будет, хочет махаться, что ли? Ух ты, ничего себе! Чувак. Поговорить с Вадимом. Все, все, можете дальше сидеть, бухать. Все отлично прошло. Так, Вадим, куда пошел? Да стой ты, Вадим. Да ты в своем уме вообще? Надо было помочь Трэвису в драке, а не убивать людей. Почему ты думаешь, что это нормально? Это я сгоряча. Эти парни оказались козлами, получили по заслугам. Конечно, они были козлами. На это и был расчет. О, я попытаюсь исправить ситуацию, но ты пока больше никого не убивай. Помоги мне реализовать мой план. Скарлетт, знаешь, она здесь работает. Я простой бармен, но кое-что замечаю. Вижу, как Трэвис на нее смотрит, и то, что иногда она смотрит на него. Трэвису бы пошло на пользу, если бы она с ним пообщалась, но об этом должен сказать не ее работодатель, а кто-нибудь другой. Так, почему я? Зачем ты впутываешь в это меня? Подумай, я босс Скарлетт. Я говорю ей, что она должна встретиться с Трэвисом, и внезапно ей начинает казаться, что она уже не просто официантка. Ну, логично. И похоже, я так должен, также должен сказать, пожалуйста, никого не убивайте. Мы хотим помочь Трэвису, а не убивать ради забавы. Просто сделай так, чтобы она согласилась встретиться с Трэвисом, тогда все будет замечательно. И еще мы с тобой об этом не говорили, ясно? Че, мне еще с ватой поработать, что ли? Вы че? Так, где это? Где это? Скарлетт. Скарлетт Йоханссон. Так. Информация. Убедить Скарлетт пойти на свидание с Трэвисом. Окей, где она? Так, живет она неподалеку, он сказал, да? Получается. Значит, где-то... Наверное, в какой-нибудь общаге, наверное. Так.
там наверху, что ли? Чё, основная база? Так, куда идти-то? Где-то здесь, что ли? А, вон она. Вот она где. Скарлетт, сейчас у меня перерыв. Можно задать тебе личный вопрос о Трэвисе? О Трэвисе? Правда? Он упоминал обо мне? Я слышала про драку. Трэвис действительно очень храбро... действовал очень храбро, действительно. Так. Это точно. Тебе стоит зайти к нему в гости. Ты думаешь? Ну, то есть я обратил на него внимание, но я не могу просто так к нему пойти. Припугнуть, убедить. Давайте убедим. Слушай, Трэвис хороший парень. Я вижу, что он тебе нравится, и, по-моему, ты ему тоже. Просто поговори с ним, и все. Ладно, хорошо, я пойду к нему. Спасибо. О, убедили так легко. Поговорить с Ефимом? Пойдемте поговорим с Ефимом. Так, а где у нас Ефим? Скамья запасных, что ли? Да, наверное, скорее всего там. А Ефим-то тут при чем? Вроде с Вадимом договаривались. Это ужасно. О, я так и знал. Он замышлял недоброе. Смотрите, что из этого вышло. Помогите мне. Я один не справлюсь. Пожалуйста, помогите. Чё за... Успокоишься ты или нет, я ни хрена не понимаю. Я не могу успокоиться. Они забрали Вадима. Пришли люди, сказали, что они друзья тех убитых, что за это Вадим им должен. Он отказался платить, тогда они его схватили и сказали, что заставят, а потом увели. Сделай что-нибудь. Пожалуйста, обещай, что ты его спасешь. Ух ты. Ты знаешь, куда его забрали? Нет, я не знаю. С ними общался только он. Я старался держаться от них подальше. Возможно, это знает Трэвис. Спроси у него. Пожалуйста, скорее. Я боюсь за Вадима. Так. Поговорить с Трэвисом. Да вы заманали. Чё вы? Поговори с тем, поговори с этим. Чё за трэш-то? Ой. Пушка. Так. Аптечку, блин, взял. О. Давай, сохранимся. Так, где у нас там? Трэвис наш. Родимый. Yeah, it's true. Got shot in the ass last year. У нас, походу, заряд батареи заканчивается. What's going on? Эй, что происходит? Так. Ты не видел Вадима? Его похитили из скамьи. Ефим думает, что тебе известно, куда его повели. Что? Это не смешная шутка. Типа, совсем. Трэвис, я не шучу, это серьезное дело. Мне действительно нужна твоя помощь. Постой. Ты серьезно? О, ух ты. Это из-за того, что произошло? Это я во всем виноват. Нет, Трэвис, это дело Вадима и тех людей. Ты здесь ни при чем. Но если бы я не ввязался в драку, ничего этого, может, не случилось бы.
Они всех нас одурачили. Слушайте, я не... Ну, то есть у меня ведь мало друзей. Если Вадим пропал, попал в беду или еще что-то, значит, я иду его выручать. Ну, давайте согласимся, пускай он проявит храбрость. Ладно, помощь мне не помешает. Хорошо. Я не хотел спорить об этом. Говорят, они укрылись на старой пивоварне Бинтаун. Нужно пойти туда, показать, что мы настроены серьезно. И тогда мы освободим Вадима. И все будет хорошо, да? Я достану пушку и разыщу тебя там. Мы разберемся с этим делом. Отлично. Вернулся с Трэвисом на пивоварню. О, и Скарлетт пришла. Или она здесь и была? Окей, ладно. Детишки, развлекайтесь пока. Так. Пивоварня... Чё там, Скарлетт? У меня сейчас перерыв. Да мне плевать. Так. Пивоварня. Где она у нас находится, эта пивоварня? В принципе, недалеко. В принципе, недалеко. Да что я всё на Escape-то нажимаю, блин? Все, тогда валим к пивоварне. Где там выход у нас? Вот. Выход. Ну, сейчас мы подаем щей этому быку. И надеюсь, от этого задания еще Трэвис, короче, он храбрости наберется. Вот. Будет более настойчив, такой мямлей. Как сейчас. Главное, чтобы он не сдох во время выполнения задания. Иначе будет вообще плохо все. Все очень плохо. Думаю, Скарлетт меня с говном съест. Если Трэвис сдохнет. Только их сосватал, короче. И тут на, беру его на задание, его, короче. Кирдык башка. Чё? Блин! Супермутанты, нафиг. Нафиг. Я не хочу с вами связываться. Ребята. Не слишком жесткие. Так, я не могу... А, вот Кюри. Я думал, она со мной не пошла. Трупешник там что-то висит. Так. А чё, нам надо через этот... Через реку, что ли, проходить? Давайте пройдемся, посмотрим, может еще по пути какой-нибудь лут соберем. Пивоварня. Не вот это ли? Или это не то совсем? Ладно. Разберемся. Давайте посмотрим. А, нет. Не через реку. Так, по берегу надо идти. Так, кто там? Да чтоб тебя. Пипец, все равно. Нарвались на них. Ох ты ж, ё-моё. Рвануло-то. Сколько их там побегало, жесть. Откуда стреляют, я что-то не могу понять. Ладно. Граната. Довалить, короче.
Блин. Как бы это провернуть? Как бы это провернуть? Я по нему вообще попадаю? Нет. Это трэш. Кто-то заныкаться, я не знаю. Воу-воу-воу-воу. Ай-яй-яй, валим, короче. Валим. Надо ж так наткнуться было, а? На этих ублюдков. Почему я не люблю супермутантов? Они, блин, дохнут, пипец. Долго. Да что ты не бежишь-то, ё-моё, а? Что-то, там что-то горит все. Куда ты еще забежал, непонятно. О, какой-то корабль, что ли? Так, мы вроде убежали от них, да? Здорово. Что за корабль? Что-то я не помню такого. Мы видели, не видели этот корабль? Какую-то инопланетную хрень. Так, а где у нас Кьюри? Блин. Чё, её спасать надо идти? Так, кто там? А, вон, Кьюри бежит. Фу. Ну да, вот она получается, пивоварня. Мы уже почти пришли. Да, мозгогрипп, что ли? Ой. Разводной ключ, череп. Не надо нам это. Масленка. Здорово. Это нам вряд ли пригодится, лучше оставить здесь. Слышь, масленку оставить здесь, ты чё? Кьюри. Не говори глупостей. Масленка, это же, блин, одно из самых необходимых в Fallout'е. Так, ну вот, в принципе, добрались. Ой, уже стоит, ждет. О, слава богу, ты здесь. Ну вот, мы на месте. Если Вадим у них, то он наверняка внутри. У нас уже все будет хорошо. Только не волнуйся, ладно? Не накручивай себя. Ладно, хорошо. Конечно, да. Дышите. Насыщайте кровь кислородом. Это поможет. Может, еще что-нибудь посоветуешь? Просто я никогда этим не занимался. Так, сохрани спокойствие. Сначала стреляй. Да. Сначала будем стрелять, а потом разбираться, ясно? Да. Да. Вперед! Ох, как я его подбодрил, а? Прям. Терьям. Так, окей. Угу,
эта штуковина, она может взорваться. Так, здесь по-любому какой-нибудь лут интересный есть. Крышечка, отлично. Хранитель возьмем. Пиво гвинет домашнее. Так. Пивоварня Бинтаун, справочная служба туристического центра. Информация об экскурсиях по пивоварне. Экскурсии проводятся каждые полчаса и длятся примерно 5-6 минут. С эстакады посетители насладятся видом на пивоварню с высоты птичьего полета. Пивоварня не несет ответственности за ущерб, вызванный падением с эстакады. Ради вашей безопасности установлено ограждение. Экскурсии включают скидку на $5. При покупке товаров в сувенирной лавке, а также бесплатную дегустацию на парковке перед отъездом. Температура бесплатных напитков для дегустации не гарантирована. Стоимость экскурсии $25, дегустация $5. Понятно. Так. Уже кто-то стреляет. Рейдер псих. Ну-ка. Отлично. Опа-опа. Она может взорваться, эта штука. О, еще масленочка. Пустая, но там остается. Ну там остается, бывает. Масло. Пункт приготовления здесь есть. Крышка, стимулятор, так. Металлическая броня для правой ноги. В принципе, это мне не надо ничего. Так. Что? Позолоченная зажигалка. Ладно, тоже возьмем. В принципе, золото здесь не так важно. Здесь больше крышки важны. Так, давайте-ка. Да ладно, я еще и в трусах, что ли? Ничего себе, блин. А, идет бой. Нельзя. Окей. Я, оказывается, еще и в трусах. Жесть. Я и забыл. Совсем про это. Ну ладно. Кюри там воюет уже. Ой, там еще с коктейлем Молотова они. Скач. Так, Тревис. Тревис туда побежал, что ли? Пипец. Сейчас, пока я здесь лазаю. Так, это Кюри. Это им пофиг, они напролом бегут. А я-то... Я-то не бессмертный. О! Блин, я думал, он сдох. В том башне какой-то. На, держи, держи. Подожгли хоть меня. Я не знаю, по мне-то он попадает или нет. Этот Том башня. Так, отлично. Так, чуть-чуть ему осталось. Есть. Отлично. За мной моя команда. Командос.
туда не пробраться, да? Надо в обход идти. Ну, окей. На дегустации пива тут не бывает, говорят, очень Че там занятия, че? Так. Лифт. Окей. Оружейная стойка. О, крышечки. Это хорошо. Так, на лифте не поедем пока. Давайте здесь посмотрим, что имеем. Что там, масленка что ли еще была или что там? А, химлаборатория. Химлаборатория. Окей. Все равно ничего не приготовить, пока мы в бою находимся. Так что не будем суваться. Что-то там какие-то ящики стоят. Полутать немножко. Че, какая там полиция? Ты че? Так. Фонарь, фонарь. Не нужны нам фонари. Крышки будем собирать. Вот так, такой ящик, ну, пустой. Окей. Так, интересно, мы всех поубивали или нет? Вон еще крышки лежат. Тайник с крышками. Что за херня? Знаешь, я тебе скажу, что за херня. Сейчас я только... Воу, их там двое. Ребята, готовимся. Ой! Что такой смелый-то? А, блин, Кюри! Твою мать. Блин. На тебе просто в башку противогаз. Кюри, молодец, молодец. Пока я там целюсь. Так. Полутаем, полутаем. Чистящее средство не надо, изолента возьмем. Крышечки, пачка сигарет, фуражка почтальона. Че, может фуражку почтальона одеть? В трусах и фуражке. Ну? Да, что ты? О, отлично. Sweet. Очки опыта заработали. Ой, таракашка. Так, миску берем. Так. А на какую кнопку удар-то? Что-то не могу понять. А, во. Все, понял. Были наливные яблоки. О, крышки еще. Еще крышки. Да тут полазить станешь богачом, блин.
еще крышки. Так, терминал. Что здесь нам? Данные за первый квартал. Чего? Данные повреждены. Данные повреждены. Данные повреждены. Но по сравнению с предыдущим годом ожидается увеличение капитальных затрат за год благодаря сокращению бюджета и снижению контроля качества продукции, включая увеличение соотношения воды к суслу. Отдел управления брендом объявил о начале рекламной кампании пива Bunker Hill для малообеспеченной аудитории, которая, как мы все знаем, тратит более крупную долю наличного дохода на пиво и солодовые напитки. Рост валовой прибыли ожидается до 2078 года. Да выйди ты. Окей. Так. Так. Куда нам? Куды нам? Здесь мы везде были. Давайте в дырку спрыгнем. Начало. Ну получается, что нам? На лифте ехать. Ехать на лифте. Как раз, наверное, попадем туда, в ту комнату. Куда нам и надо, в принципе. Спуск. Так, а где у нас Кюри? Ой, Кюри. Чего? Чего она сказала? Фак она сказала? Поехали. Пускай этот мальчуган там внизу стоит, чтобы ненароком его не убили, короче. Живой. Смотрите, живой. Отлично. Так, патрончики. Звукоизолированная укрепленная рейдерская броня. Легко утолщенная боевая броня. Так. Моя одежда. 15. Так, это что у нас? Для туловища, да? Для туловища у нас 15, 15, 15, а здесь... 17, 17. А еще от радиации 15 у нас здесь. Ладно. Радиация тоже нам нормально пригодится. А эту можно продать, кстати. Давайте возьмем. Нет. Не будем тогда брать. Так, кинетическое оружие. 38 калибр. Да слышь, предметы, где мое оружие? Так, 38 калибр, вот он. Так, скорострельность 55, дальность 83, меткость 57. А здесь скорострельность 55, дальность 101. Меткость 69, 57. Урон 19, у нас 13. Ну, в принципе, чё? Берем вот это. А вот этот сюда. Все чики-пуки. И причем у нас два таких. Это усиленный. Нафиг он тогда нужен. Так. Рейдерская броня. Для чего? Для левой ноги. Левой ноги. А
Одежда. Для левой ноги. Для правой ноги. Для левой ноги у нас нет. Окей. Берем туда. Берем вот это. Так, колпак повара, нафиг он нам нужен. Что еще можно выбросить? У нас, блин, место. Да, места у нас мало. Наркоманский пистолет. Пистолет Келлога, кстати, у нас есть еще. 308. С этим мы ходим. Может, с хлама что повыкидывать, я не знаю. Так, друзья, я забыл, вот эти пупсы, их можно выкидывать или нет? Если что, пишите в комментариях, может, я просто не помню этого. Так. Можно повыкидывать-то, я вообще даже не знаю. Пружина, предохранитель, серебряные вилки. Вообще вес ни о чем у них. Фотокамера. Да, давайте фотокамеру нахрен выкинем. Шкура Еогая. Вот так. Заработаете грыжу. Спасибо. Ой, бежит. Thank you. Патроны, стимулятор. I didn't know if anyone would come. I thought perhaps this is the end. Thank you. Спасибо, thank ты настоящий друг. You are true friend. Это мы потом обсудим. Надо yes. сматываться. Да-да, yes. я так хочу вернуться домой. Эти идиоты раскидали крышки препарата прямо на виду и не заметили, как я набил карманы. Вот, держи тебе. Отлично, 200 крышек, нифига себе. Трэвис, не ожидал увидеть тебя здесь. Привет, Вадим. Я рад, что ты жив. Как тебя сюда затащили? Меня никто силой не тащил, я хотел тебе помочь. Вот это сюрприз. Так, терминал. Сложный замок. Шпильку сломал, блин. Так, что у нас здесь? Патроны для дробовика берем, берем. Отлично. Терминал можно попробовать, кстати, взломать. Он легкий, типа. Типа легкий. Так, одно совпадение. Тоже одно совпадение. Так, 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 так. Наверное, вот это. Нет? Еще одно совпадение. Вот это? Да. Так, ребята начинают нервничать, пива еще полно, а вот с едой напряг. Спарта со своим вышла из Куантола на поиски. Если мы не найдем что-нибудь съедобное в ближайшее время, народ начнет дезертировать. Ближайшее хранилище — это федеральный склад. Только, видимо, родители... Рыжий и Лили Турет так и не научили этих сучек делиться. Если от Спарты не будет вестей, придется идти на штурм. Мы пытались взять склад штурмом, но Лили и Рыжие и остальные вцепились в него, как клещи. Половину наших порешили, пока мы не свалили.
Отброс с крюком, захватили заложников, может удастся их обменять на пару кексов. Один плюс, теперь меньше народу кормить. Лили, это же Лили, чтоб ее. Я эту тварь где угодно узнаю. Отброс привел заложников ко мне, и как только она вошла, меня осенило, мы спасены. Теперь Рыжей придется пойти на сделку, если не хочет, чтобы сестру ей вернули по кусочку. Первый раз вижу столько еды. Когда ей сказали, что у нас ее сестра, Рыжая решила, мы брешем. Но письмо от сестренки быстро оставило все по местам. Теперь ящики текут к нам рекой, как и новобранцы. Если так пойдет и дальше, то до конца года сможем ударить по Корвеге или по политеху. Твою мать, как она освободилась? Эта же сучка к полу была прикована. Напала на меня во сне. Мне-то казалось, я ей в ногу целюсь, а теперь кровище повсюду. Надо все убрать и что-то придумать с телом. Никто не должен знать, Рыжая ни хрена нам не даст, если узнает, что ее сестрица сдохла. Сегодня пришли слухи о жирном караване. Вся банда отправилась за ним, только он так и не явился, потому что не существует. Пока никого не было, удалось запихнуть тело Лили в одну из бочек. Мне кажется, от нее даже вкус стал лучше. Теперь одной проблемы меньше. Но этой банде кирдык, если мы лишимся продовольствия. А это значит, Лили должна продолжить писать письма. Надо где-то раздобыть ручки. Итак, Джареда завалили. Он был наркоманом. Да и то еще сволочью. Но завалить его явно было непросто. Нам понадобятся еще пушки. Окей. Так. Надо запомнить название пива и не пить его. Так, выполнено аферист, кстати, у нас. Аферист выполнено, да? Все. Это радует. Теперь можно валить, короче, отсюда. Валить отсюда. И, наверное, переместиться. И переместиться в этот Diamond City. Так, где у нас там Diamond City? В принципе, недалеко должен быть. Где? Ну вот, собственно, мы вернулись в Diamond City. Давайте сохраняемся. И на этом я буду заканчивать. Вот. В следующей серии мы будем, наверное, проходить вот дела Марти Булфинча. Попробуем пройти. Вот. Ну и кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.